демонстрируют заезд до Шекьеридни. Мы задним ходом сейчас отправимся на Змейку. Задним ходом Татьяна. Татьяна у нас 94-го года рождения. Стаж я, видно, что достаточно небольшой. Девиз Татьяны за рулем. Она соблюдает правила 3D, которые означают «дай дорогу дураку». Вот такой девиз указала Татьяна Золотарева, наша участница под номером 5. Ну что же, удалось зайти с первого раза за счет того, что подтягивает ручничок Татьяна. На своем автомобиле Ford Focus сейчас практически ее сидит за рулем 1,3 валит. Ну что же, хороший девиз, посмотрим сейчас, как валит ее 1,3. Я бы сказала, валит. Ну валит, смотрите, сколько же у нее? Да? А правка нет? Немного, немного. Они были, да? Она у инструктора постоянно на работе. Ну что же, уважаемые зрители, и вот здесь принесли мне очень важный. На нем плавают, костерок горит. Так вот, мяско там жарится, чай горячий, кипятится. В общем, обращайтесь за едой. Что с едоши? К автомобилю едоши. Вот так. Ну что, валит, да с ручником еще валит. 1,3 под управлением Сотниковой Дарьи, 92-й год рождения. Вот такие веселенькие колесики. Газу, Даша, газу. И... ну что же, здесь у нас было нарушение. 1:46 и 5 секунд добавочного времени на фине. Так, старт дается. Затем автомобиль проезжает. Вот сейчас проехал электронную отсечку. С этого момента только начинает работать наша электронная система хронометража. Дальше двигается к финишу. Участница вновь пересекает нашу электронную отсечку. Результат фиксируется, и затем ее задача еще правильно белой Мазде Виктория, вот так под конец разогнавшись, выезжает на второй участок трассы. Самое сложное — это переход между первым и вторым участком. Вот такие габаритные ворота, которые требуют продемонстрировать очень хорошее чувство габаритов автомобиля.
Ну что же, радует мастерство женщин за рулем. Девиз наших соревнований: мы докажем, что можем. И вы знаете, пока еще ни одна девчонка не подвела. И, девочки, мы с вами действительно можем. Ура! Результат 1.51. Это уже с учетом финализации. 1 минута 51 секунда. Следующему году у нас девчонки научатся дергать ручник так, чтобы шпильки сделать с одного раза и разворачиваться сразу на 180 градусов. Мастерство растет 100%. Участницы, которые приезжают не первый раз, они знают, что нужно тренироваться. Участницы, которые проезжают первично, они тем более знают, что нужно тренироваться. И, в общем-то, такие соревнования, они способны... Автомобиль КАЗ «Мини». Юдикович Елена Александровна, 86-й год рождения. Тише едешь, дальше будешь. Денис за рулем не едешь. Что-то я смотрю, она его не оправдывает. Очень быстро, я не успела проговорить, она уже у нас в гараж устремилась. Я хотелось бы сказать спасибо такому центру «Арена» за предоставленную площадку. Огромное спасибо, помогает нам руководители этого центра. Болельщиков. Вижу перчатки, специальные перчатки на автоледе, красивые. Ну что же, девчонки у нас сегодня подготовились. Я видела, одна участница в костюме зайки, по-моему, была. Потренироваться нужно девчонкам. Вот смотрите, девочки, вот эта фигура, шпилька называется, была поставлена первый раз вам, да, и ее лучше, как ее проходят мужчины. Ее мужчины проходят на ручнике, сразу разворачивается на 180 градусов. Поэтому я думаю, что к следующему году у девчонок будет достаточно времени, чтобы научиться делать фигуру шпильку. Гаражи от... Итак, участница под номером 17, Виноградова Наталья Сергеевна, 92-го года рождения. Защитная группа «Мини», вот такой маленький автомобильный фанат. А Дениса у нее нет, написала так Наталья, Дениса нет, просто езжу и получаю удовольствие. Итак, Виноградова Наталья, выпускница автошколы Барнаульского центра высшего образования. Вот сидит рядом со мной судья хронометрист. Его воспитанница болеет за нее, ругается еще пару раз. Работает теперь советом у нее инструктор. Здесь поторопилась достаточно хорошо.
Очень маленький автомобильчик, финиширован. Здесь можно соблюсти только собственную аккуратность, потому что, слава богу, у нас через дорогу не бегают. И жители у нас тоже очень воспитанные, все стоят за ограничительные ленты, все умнички, всем позитива. Принимают у нас.